Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Google, о том, все ли мы умеем хорошо искать с помощью Google, о том, можно ли научиться эффективному поиску с Google и что для этого нужно сделать. Если вы помните, летом 2010 года в Соединенных Штатах Америки разгорелся скандал, связанный с российской разведывательной сетью с участием Анны Чапман. На экране Валерий Плейм, бывший офицер Центрального разведывательного управления США, в одном из интервью после скандала шпионского она сказала, то, что передавали российским сотрудникам, можно было найти в поисковой системе Google, сделав пару кликов. Они приложили столько усилий, которые абсолютно не оправдали себя. Сейчас вы услышите фрагмент того интервью, и даже если вы не знаете английского языка, вы отчетливо услышите слово Google. This Russian spy swap. Was that a good idea, a bad idea? You know some of the details, Anna Chapman. And through bureaucratic inertia, it's continued on because it seemed that what they were giving their Russian handlers was things that a couple clicks and, you know, a Google search would have provided with. Дословно, сделав пару кликов в поисковой системе Google. В сети очень много ресурсов для самостоятельного обучения быстрому эффективному поиску с помощью Google. Это и сама справочная система Google, все о поиске Google, поиск справки Google, как работает поиск, все секреты поиска Google на одной странице, все советы. Функции поиска. Справка по поиску в Google. Справочный центр веб-поиск. Как пользоваться поиском в Google. Пунктуация, символы и так далее. Поиск справки Google. Справочный центр Google. Расширенный поиск. Советы по поиску в Google. Все советы. Академия Google. Десять полезных советов для поиска в Google от Адми. 20 советов для более эффективного поиска в Google. Советы по поиску в Google, о которых не знает 96% пользователей. 10 советов по эффективному поиску в Google от лайфхакера. Как правильно искать в Google, полезные советы, секреты поиска. На YouTube даже есть ролик «Полезные советы поиска в Google». Не правда ли, что информации так много, что в ней можно запутаться? И вот поэтому, чтобы всем было легче, я решил все систематизировать и создать онлайн-курс «Быстрый поиск с Google», в котором обобщить материалы всех справочных систем, как российского интернета, так и опыт зарубежных специалистов. Это фрагмент презентации Мэри Эллен Бейтс «Секреты суперискателя».